Ну скажите честно, было страшно? Нет. Нет? Ну так, чуть-чуть. Сюда. Да. Было очень полезно. Правильно. Ну я считаю, что страшно, конечно, было. Страшно всем. К сожалению, в современной жизни вы видите, что происходит в школах, вы видите, насколько сейчас сложная ситуация, какие психические расстройства у отдельных людей. Да вообще обстановка напряжена, чтобы вы были готовы к любой ситуации. В любой ситуации нужно быть всегда готовым. Второе, что мы хотели показать вам, что есть сегодня у нас экипированные, подготовленные подразделения, которые умеют действовать в этой обстановке, знают, как действовать. Но очень часто в экстремальной ситуации все зависит еще и от взаимодействия. От взаимодействия с теми, кого спасают и кто спасает. Нужно работать по ранее заученным каким-то алгоритмам, автоматически. Я вас прошу к этому относиться серьезно. И на тех занятиях, которые мы будем проводить регулярно в школах, во всех школах, относиться к этому серьезно. Не прогуливать эти мероприятия, а вестись, потому что от этого зависит, ребят, ваша жизнь, жизнь окружающих. Поэтому старшеклассникам необходимо четко понимать, знать, но если необходимо, и оказать помощь малышам. Готово.